Всем-всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Милешка. И сегодня у нас будет обзорчик, посылочка. Давненько таких видео на моем канале не было. Я знаю, что вы их любите. Сама я очень люблю смотреть видео про посылочки. И сегодня это необычная посылочка. Это посылочка от What Inside Box. И самое крутое то, что вы не знаете, что внутри. Поэтому я не знаю, что внутри. Абсолютно даже не могу предполагать. Там может быть, как я поняла, и еда, и вещи, и какие-то штучки из техники. Короче, все что угодно. Размеры коробочек могут быть разные. Это, знаете, как сюрприз-бокс, сюрпризатор. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Только вот такая вот более модная девчачья тема. И давайте распаковывать вместе. Я обожаю такое. Ножнички. Блин, я не могу с ними справиться. Разрезаем. Конечно же, голубой цвет, как я люблю. Все, как я люблю. Так, раскрываем. Помимо всего, это может быть крутой подарок там друзьям, близким, потому что вы не знаете, что подарить, вы покупаете, и там море всяких приколюх. Вот такая коробочка. И здесь тоже скотч. Нужно его разрезать. Надеюсь, я ничего не поврежу. Потому что я так криво открываю посылки, что писец просто. Так. О, там что-то космическое. Смотрите. То, что я уже вижу сейчас. Открываем. В общем, внутри сейчас все выглядит вот так вот. И первое. А, это открыточка. Ой, вот такая вот сладенькая открытка. И здесь написано: дорогая Милена, мы очень надеемся, что вам понравилось содержимое коробочки. И мы трудились не зря. С наилучшими пожеланиями, команда What Inside Shop. О боже мой, просто милота. Окей, здесь, о, господи, мой любимый голубой цвет. Внутри, короче, смотрите, внутри здесь все упаковано по вот таким вот штучкам, то есть, опять же таки, непонятно, что это. Вот так вот это все в коробочках. О, раскрываем. Давайте самую масенькую штучку, по-моему. А, нет, есть еще меньше, но окей. Вот такая вот. Вроде бы это что-то мягкое. Похожее на ластик. Сейчас все разорву. О, это... Я думала сначала, что это шоколадка. Но это не шоколадка, это... Кубик для ванны от Ифраше. Посмотрите, да, это сахар для ванны, малина и мята. О, господи, боже мой. Я как раз, я как переехала в эту квартиру, я еще ни разу ничего не использовала здесь от Lush. Ни бомбочки, ни масла. Ни шипучки, ни пены, прям вообще грустно-грустно. А здесь классненько, супер, спасибо. А еще малина с мятой, боже, это просто прекрасно. Следующее, для небольшого перекуса, тут подписано. Миленько-то как. Раскрываем. Кто также все открывает не по-человечески, как я, ставьте палец вверх. Баунти. Приятно. И главное, что не растаяло. Удивительно. Два баунти. Я люблю баунти. Кстати, и сникерс я очень люблю. Особенно мороженый сникерс. Это так, если вдруг кому интересно. Потому что в свое время просто сникерсов я переела. Мне уже настолько это... Ну вот, я могу есть сейчас только пикник и мороженки сникерс. И баунти, кстати, еще не приелись, поэтому спасибо. Далее идем. Далее у нас много вот такой вот штучки миленькой. И сейчас вам покажу, как выглядит на данном этапе все внутри. И давайте, опять же таки, меня умиляют и очень нравятся вот такие вот масенькие штучки. Поэтому будем открывать их. Раскрываем. И здесь у нас... Смотрите, как оно разворачивается. Сейчас покажу. Вот так вот. Значок. О, боже, какой милый. Я надеюсь, видно. Молочко. Надо будет сейчас куда-нибудь его... Блин, очень милый значок. Я как раз хотела на джинсовку, но время джинсовок прошло. К моему сожалению, я поздно получила посылку. Но, тем не менее, куда-нибудь я ее прицеплю. Наверное, на куртку, которую я еще не купила, но я куплю. И если вы увидите, то это... Да. Следующее вот такое вот. И здесь написано мрр. Открываем. Здесь что-то пушистое и мягенькое. И... О, боже мой, это кошелечек. Я хотела такой кошелек. Киса. Господи, боже мой. И внутри здесь... О,
везде сюрпризы. И внутри здесь корейские вкусняшки. Представляете? Корейские конфеты. Корейские конфеты в кошельке спит. Шикарно. И здесь он еще такой мягенький. Ну все, теперь у меня есть штучка для мелочи. Идеально просто. И внутри здесь все с цветочками. Так, это не последнее. И даже не предпоследнее. Дальше у нас идет вот такая вот плоская штучка. Открываем. Может быть здесь. То есть это не одна какая-то фиговина у вас в коробке. Это много всяких штучек в коробке. И ссылку я оставлю в описании, потому что крутая вещь. Так, раскрываем. Это блокнотик. Блокнотик с кисой. Я обожаю всякие ежедневники, блокнотики. Это просто чистый блокнотик. Блокнотиков лишних не бывает. И много блокнотиков тоже не бывает. Идет у нас вот такая вот штучечка. Длинная и вроде бы мягкая. Открываем. Разрываем. Я обожаю рвать посылки. Носочки с баклажанами, теплые носочки. Вот это вот как раз к осени, к зиме идеально. Давайте я открою, покажу. Господи, я люблю носочки, серьезно. Кто не любит носочки? Мне кажется, хотя нет, вроде. Теплые, крутые носки с баклажанами. Обалдеть. И, кажется, последнее. Ой, я ее сейчас не вытащу. Придется рвать коробку. Да, это последнее. Вот что стало с коробкой. И последнее, что мы тут находим. Здесь написано We hope you will like it. Надеемся, что вам понравилось. Мне все очень нравится. Надеемся, что сейчас будет что-то вообще крутое. Сейчас глянем. Как думаете, что там? Я еще пока не посмотрела, не знаю. Я тоже не знаю, вообще не догадываюсь. Похоже на книжку как будто. Прикиньте, книжка. Я просто Ванга. Серьезно, я не знала. О, Великий Гэтсби. Я, кстати, не читала. Не знаю, вот кто читал, напишите. Читали, ну да. Что за глупый вопрос? Кто читал, напишите, как вам, понравилось или нет. Еще мягенькая и свеженькая. О, господи, я обожаю запах книг. Кто тоже? Thumbs up. Просто нереально. Спасибо огромное Bot Inside Shop. Я прям очень-очень порадовалась. И я всем буду пользоваться. Я наконец-таки буду что-то читать. Я до этого не могла найти книгу интересную мне. Но раз уж она у меня появилась, прочитаю, потом расскажу вам, как она мне. У меня есть кошелечек, носочки, у меня есть вкусняшки. Поэтому я довольна. И мой итог. Это реально крутая вещь. По-моему, сейчас это самая большая коробка, которую можно заказать. Там вроде есть еще маленькая, средненькая. То есть вы можете выбрать поменьше подарочек, средний подарочек. Или вот большой, и насколько я знаю, в будущем будут, типа, знаете, отделения как для кошатников подарки, там, знаете, для любителей почитать, там, для любителей, не знаю, сладостей, то есть вот такое, это прикольно, поэтому ссылка в описании для всех тех, кто заинтересован, и надеюсь, что вам понравилось, что вы умилились вместе со мной, если так, то, пожалуйста, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал, если вы все еще не подписаны, оставлять комментарии, и до встречи в следующем видео, пока!